Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов для наших посетителей. Как готовитесь к предстоящему турниру и как поддерживаешь себя в форме? Как проходит турнир и как вы получаете форму? Турнир проходит ручность месяц времени. И ручусь стувиклой. Мне посерочь хорошо. К турниру готовлюсь уже целый месяц. В данный момент проходит подготовка в лагере ММА. И надеюсь, что и думаю, что победа будет за мной и будет туда. Чего ждете от боя? Чего ждете от своего соперника? Кого с этого вражала? Кого я? Из кого славкю? Ну, грачёс кого с? Из кого вражова? Не знаю, на кого лаукт. Gal ir lengvos kovos. Отбоя ожидаю хорошего боя, ожидаю хорошего боя и под соперника точно того же. Вырабатываете ли вы какую-нибудь тактику под соперника? Ar tu ypatinga taktika paruošei varžovus? Ne, nesiruošiu ypatingos taktikos. Tiesiog kovoje žiūrėsiu, kokią taktiką naudoti. Особой тактики для соперника не готовлю. В бою будет видно, какая тактика применима и по ситуации буду действовать. Как расцениваете свои силы в предстоящем поединке? Как вертини своего посвящения? Своего посвящения вертину гана нормальный. Тикюсь, ики ковос посирощу, как бусю лабей герой формы. Свои силы оцениваю очень хорошо и уверен, что буду в оптимально подготовлен. Как по вашему секрету успеха? Это физическая подготовка, психологический настрой или везение?
Kaip manai, kokie taktikai, sėkmės formulė, tai psichologinis pasiruošimas, fizinis ar sėkmė? Psichologinis pasiruošimas labai daug reiškia, fizinis taip pat. Tai manau, kad vienas be kito šie du dalykai yra nesiderina. Я уверен, что физическая и психологическая подготовка очень важны, и все и компоненты все эти одинаково важны, и везение тоже. Что в вашей жизни есть помимо боев? Как с того гвянемя парткувы? Бекву вера дар висас гвянемас. Tai yra kaip darbas, kaip malonumas, o be viso šito visi gyvenam kaip normalus, paprasti žmonės. В моей жизни есть бои, и это моя жизнь, и это моя радость. Каким вы видите свое будущее в спорте и вне спорта? Kokį ateitį matai sporte ir be sporto? Ateityje pamatysim. В будущем мы видим. Традиционное пожелание сопернику. Сехмес. Удачи. Как в Прибалтике обстоят дела с ММА и что делается для их популяризации? По Балтии шалисе ММА, я говорю, келеси. Эйна и преки. Kuo daugiau stovyklų, kuo daugiau patirties, tuo daugiau eis į priekį MMA Lietuvoje ir Pabaltyje. В Прибалтике уровень ММА повышается и все чаще организовывается лагеря, тренировки улучшаются. Думаю, что будет очень высокий уровень. Спасибо. Спасибо.